даже Cinco. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы на нашем канале. Как вы видите, сегодня у нас опять дродик в карту челлендж. И мы будем выигрывать деньги. 10, 10, 15, 100, 5, 15, 10, 20, 15, 40, 25, 1, даже 30, 10 и 2. У каждого будет по 3 попытки. И играть сегодня мы будем с нашими родителями. Ну что, начинаем? Hello, 1, 2, 3. Далее. В этот раз мы начнем с самого младшего. Ну даже. Далее. Так. Ладно, потом на дискотеку пойдешь. Ксюша. Ксюша, давай. Пирати, но си не вазе на. Уно. Нет, так нельзя, у него голова будет кружиться, она не попадет тогда. Ты всегда гоняешь los 100, así que dale vuelta. Сейчас Ксюша попадет, куда она захочет. Папу закружим потом. Папа! Прям в руку. Да ладно. Ничего. Надо. Она, ничего. Не боимся. Надо. А Ксюша не попала. 3, 4, 5. 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 5
5 франков. Мама. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Ой, елки-палки. Меня же это... 30. А, да, точно. 2, 3, 4, 5. Все. 5. В меня только не надо. Не попал. А пингвин-то здесь при чем? Давай, Ксюнь. Десять франков. Ну, 10. Хотя бы 10. Маргарита. У Ксюшки 10, у Маргариты 5. Макс. Ты что, не туда? 40? Нет. 40. Значит, у нее и 20, и 40. 60. А, 65. Значит, у тебя плюс еще 5 в прошлый раз. 65. Окей. Вперед. Да ладно, 5. 5 франков. Ну. Давай. Синко, un franco, un franco. 15. 15. Это по какому мы? По второму уже кругу, да? Здесь последний круг. Последний. Все, последний круг. Ксюшка у нас попадала куда? Ты куда попадала? Я уже на 0 и на... 15. На 25 можно тоже много чего купить. Нет. Да, пойдем Белу искать. Нет. Помаду. 20! У-ху-ху! 20 франков. Смотри, поломали опять, поэтому они втыкаются и падают. Ну видишь, а то я бы упала в стул. Куда хочу, не знаю. Просто куда хочу. 2! Два франки! 2 франка. Сейчас посмеемся над папой. Ну-ка, готовы? А он что, получит? Будем плакать.
Сейчас посмеемся. Ха-ха-ха. Давай быстрее. Espérate, así puedo. Ну давай быстрее. Да, смотри. Я! Tengo que ver los 100 franquitos. Mamá. Папы 115, 85. У меня 37, у Ксюши 25. Ксюшечка сегодня последняя. Так, ну что, мы пришли тратить денежки. Зашли мы в Нью-Йоркер. Что будете выбирать? Маргарита захотела шортики померить. На. Еще Маргарита хочет вот такие. Но это 36. Я не знаю, если ей подойдут, на, померяешь. Футболочка самая маленькая, XS. Это стоит 5 франков. XXS нету почему-то. А может тебе XS подойдет? Нет. Микки Маусу не хочешь померить? Вот XXS. Вот XXS я нашла. На. XXS. Все? Сильно длинный. Надо посмотреть. Померяешь, посмотришь. Да. Так, Ксюша. Так, Ксюша здесь ничего не хочет. Я тоже не хочу. Я хочу в другой. Че, большие? Сильно ну, значит, тебе. Тебе маленькая тупа. Значит, не судьба. Обувай давай, башмаки, померяй. Значит, тебе нужно еще в детском отделе. Че, берешь? Да. В общем, Маргарита берет. И футболку, да? Я выбрала эту футболку, такие вот кеды. В общем, я выбираю себе футболку и вот эти шорты. А Маргарита выбирает себе футболочку и вот эти кеды. Все, у меня больше ничего не остается, я потратила свои деньги. Все вот такие это. Вот шорты. Да, все. Все, у меня деньги потрачены. Все, идем дальше. Нашла, мы пришли опять в метро, наша любимая. И Маргарита хочет вот такую желтую курточку померить. Я не знаю. Вот, смотри, футболочки, которые это, которые мы в подарок покупали. Сколько? Ты хочешь футболочку? Да. Она стоит 9,90 со скидкой сейчас она. Тебя хватит на две даже. Как а раз? Я две куплю, сколько мне денег остаться? У тебя останется 5 франков. Я две куплю. Две хочешь купить? Пять. Ксюшка хочет купить, ну, Q-Tel футболочки. Серую. Да? Если ты купишь эту курточку, у тебя останется 5 франков. Сколько? 5. 5? Да. Потом... Ну что? Прикольная? Фу, Маргарита выбрала вот такую вот футболочку и шортики, такой костюмчик. И Ксюшка выбрала две футболочки. И у меня еще 5 осталось. И 5 франков осталось. Все, поехали. А мне 0. Так, папа у нас хочет очочи себе купить. Очочи. 3D очочи. В общем, здесь такие, здесь с пультом, а там с этим, с наушниками. По какие? Папа думает. Стоит 50. И потом у папы еще останется 65. Вертолет с камерой. Папа сейчас передумает, возьмет себе вертолет. Ты б какой взяла? А? Ты б какой взяла? Нет, самокат не надо тебе. В общем, здесь одни вертолеты. Все, скидка хорошая. Все, папа себе выбрал. Реально? Очки и вертолет. Okay. Папа выбрал себе подарочки. Ну что, ребятки, надеемся, вам понравилось это видео. Нам оно очень понравилось. Если вам тоже, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока!